немножко лес, короче, на мартышке. Я думал, что уйдет. Данил, на шок, на да. Что ловишь? Снимаешь? Да. Давай. Так, что у нас клюет? Наверное. Амур. Белый амур. Осетр. Нет? Осетр? Думал, чем бы заняться в зимний выходной денек. Лучшее предложение – это пойти с другом на зимнюю рыбалку. Блядь, хорошая щука. Я тут никогда не был, сейчас мне Леша научит. Мы приехали на лиман, который находится в 70 километрах от Одессы, и планируем половить щучек и окуней. К сожалению, лезвия у бура оказались тупыми, и лунки пришлось делать пишней. Но вы только посмотрите за то, как это красиво! Сейчас мы расставим 20 жерлиц и пойдем ловить окуней. Флажок. Катушку и опору. И живца. Живого, желательно. Я за спину цепля. Так обычно. И плавать. Что-то великовато немножко. Лунка. Туда пойдем? А там он за камышей тоже. Мы вот там сейчас ловили. 16, ну. Достаточно такой банк, чтобы он просто пустил. Тут надо, ходим. Будем ориентироваться, когда клюет. Сначала нам надо дать нам
Какая там такая? Окунь, что такое? Надо больше дырка? Да нет. Хороший окунь. Снимаешь? Ну, конечно. Ой-ой-ой, хоть бы не ушел. Победа! Если я думал сначала делать ролик или нет, теперь сомнений нету. Ролик надо делать обязательно. Красавчик. Видал? Да, супер. Все, спасибо за урок зимней рыбалки. Мне очень понравилось. Сейчас продолжим, не подходи ко мне, еще провалимся. Вот. Жирненький, с икрой. Супер. Так, давай еще пробовать. Давай. Мне понравилось, я же прикормил, ушел туда, сюда. Я только опустил, даже сразу тоненько лез, короче, на мормышке. Я думал, что уйдет. Потому что тянулся очень не слабо. Сразу, просто сразу же. И какой, а, красавчик. Данил, на шок, на да. Что ловишь? Клюет, давай. Оп. Снимаешь? Да. Давай. О, первый мой трофей на зимней рыбалке. Нормально, килограммчика полтора. Где-то. Да, килограмм полтора есть, да. Спасибо, это прекрасный опыт зимней рыбалки. У меня получилось. Смотри под ноги, смотри, как тут потрескался лед. Офигеть. Этого не было. Че страшно. Сегодня плавать не будем, наверное. Не, не надо. Заберешь его туда к себе? Да. Давай. Давай быстрее, там тебя трофейная щука ждет. Давай быстрее, тебя тут трофейная щука ждет. Я не смог вытащить. Она сначала стрельнула. Я смотрю, начала мотать? Я подтягиваю, смотрю, сильно легко идет. Думаю, да, наверное, какая-то херня. Взял флажок на место, поставил. Смотрю, опять через секунду он опять встал. Я потащил, и она застряла. В попытках достать щуку мы сделали штук 10 дополнительных лунок, но все усилия были напрасны. В конечном итоге пришлось оборвать снасть. Но зато было очень весело и главное не холодно. А все это произошло из-за моего незнания тонкости ловли щук на жерлице. Как говорится, учите матчасть, друзья. Третий раз бежим за поднятым флажком. Надеюсь, сейчас там будет рыба. Есть, он крутит. Давай. Не чувствую там щуки, если честно. Бля, ну там была рыба. Нет там ничего сейчас. Да, нет, есть. Щука. Слушай. Что надо? Что нести? Чем помочь? Багром ее надо. А? Багром ее надо. Смотри. Ого. Yeah.
Победа! Живца назад. Живца спасли. Живой. А щука наш трофей сегодняшний. Карма. Вот такой вот. Хорошенький. Сетрой, по-моему. Смотри какой. Опа! Вот так вот. Смотри, два крупных вот здесь, с этой лунки оба. Только пришел, просто опустил. Даня сидит рядом, игнорирует эту лунку. В этот раз была ложная тревога, но не страшно, один трофей уже есть. Ловись, рыбка большая и маленькая. В целом можно сказать, что рыбалочка удалась. Я поймал 3 небольших окунька. Это моя первая зимняя рыбалка, и мне она понравилась. Это было круто, так что спасибо тебе, Лёша, за этот опыт. Единственное, было стрёмно находиться возле таких камышей. Лёд тут довольно-таки тонкий, и когда он кряхтит под тобой, было немножко страшно. А так было очень круто. Не холодно, погода классная. С утра до вечера мы вот провели на свежем воздухе. Посмотрели крутой закат. Я его даже попробовал заснять на 360. И в целом день удался. Давай тащи, там точно есть рыба. Думаешь? Или подождем? А что ждать? Ложок уже есть. Тащи. Пошла полчаса, там же сидит, ждет. Есть, есть, есть рыба. Есть рыба. Ты отвечай, есть рыба. Даня, есть рыба, блядь. Даня. Давай, Богор, давай. Богор ты не. Так, давай нашего живца. Блин, у нас живца нет, да? Нет. Ёлки, давай постарайся его выплюнуть. Блин, схавал живца, прикинь. О. Вот это мы удачно сходили, да? Ну. Блин. Блин. Я не... Да, надо ножницы. Ножницы, иначе я не достану это.